просто, они музыку играют. Ну и что, вы же сами говорите, что вы делаете шоу. Шоу — это не только музыка, это еще и внешний вид. Ну, давайте мы посмотрим наше выступление, а потом будем обсуждать. О май гад! Шоу with your face! Осталась еще одна группа, и потом группа Сальвадор. Вот он, момент X. Что, как ощущения? Ощущение смутное, потому что мы уже долго здесь находимся. Поэтому мне кажется, что все не всяк. Не знаю. Скажи, что это такое? Да, это некоторые обереги, которые помогают. Ну, вообще, они деревянные. Вот, например, это настоящий дуб. Что это? Дуб? Ага. Это можжевельник. Можжевельник, он очищает дух. Вот это можжевельник. Ну, крест, естественно, это перекресток. Там означает систему, некую систему координат. А, да. Это самые крутые кеды на Battle Battle All the Bands. А сейчас у нас мини-интервью непосредственно от человека, который организовал нам всю эту поездку сюда. Пребывание группы Сальвадор в Малайзии случилось благодаря вот этой замечательной девушке. Зовут ее Наталья Жижина. Она уже нарядила свою голову в российский флаг и ждет выступление. Краткий комментарий. Голову помыла и... Даже полотенце у нее... Я специально голову помыла, теперь за 5 минут выступление. Это примета такая. Да? Не помоешь голову, за 5 минут выступление. Не выиграешь. Как бы ни было сегодня, этот день – это одно из самых знаковых событий в нашей истории. И нам Бог дает эти моменты, и мы благодарны за это. Нашей маме мы благодарны, всем людям, которые нас поддерживают, всем людям, ради которых мы делаем нашу музыку. Woo!
будет, там будет. Не плачь. Мы второе получили. Первое. Им просто нужны бабло. Вот и все. Вот это, да.